Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью в микрорайоне Нурсад. У центра крови в результате аварии пострадали сразу 4 автомобиля. По словам очевидцев, примерно в половине 10 вечера автоледи, управляя кроссовером Nissan Qashqai и двигаясь со стороны улицы Аргамбекова, пыталась заехать на парковку детской больницы. Затормозив и пропустив встречные автомашины, женщина только успела тронуться с места, как в этот момент в заднее колесо кроссовера на большой скорости влетела российская легковушка ВАЗ-2101-14. ВАЗ ударил в заднее колесо джипа, и водитель, по всей видимости, женщина, буквально влетела на парковку и протаранила еще 2 автомобиля, которые на тот момент находились на парковке. В результате аварии пострадали не только автомашины, но и железобетонное ограждение детской больницы. К слову, это ограждение и смогло остановить кроссовер. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. Никто из участников аварии не пострадал. Примерно в час дня дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Жильдуксана и Байтурсынова. В результате спешки и невнимательности в аварии пострадали 2 автомашины марки Mercedes-Benz. В результате аварии никто из пассажиров и водителей не пострадал. Автомашинам нанесен материальный ущерб. Степень вины обоих водителей установят сотрудники правоохранительных органов.